это мировоззрение трансгуманизма, которое я сейчас фокусирую. Можете остаться на своей позиции. Но, как бы там ни было, Пикачёт продемонстрировал, что технологии все завязаны на возможности человека улучшения. Изменения возможности, хорошо, наверное, изменения. Но просто если есть базовое предположение, что, наверное, люди изменяют человека, какие-то хорошие цели. Можно, конечно, изменять что-то плохие. И вот человек, идеальная площадь, я считаю, может быть, будет высшим, один из высших целей искусства, высших видов искусства. Соответственно, люди мечтают о постчеловеке, о том человеке, который будет потом когда-то такой какой-то прекрасный. Да? Ну, огромное количество женщин мечтает быть очень красивым. Тонкая талия, высокая грудь, вся молодая, мне всегда 18. Это вообще даже